Так, здравствуйте, граждане, товарищи. Тут я вам новинку некую сообщу. У меня сумели, значит, умные люди, которые, значит, через интернет добывают деньги, сумели обокрасть меня, сумели, значит, подобрать какие-то там пароли, коды к моей карточке и снять с нее деньги. Ну, денег там, правда, много-то не было, так что я не переживу эту потерю. Вот. Ну, вот я в связи с этим вас информирую, всех моих спонсоров, что у меня теперь изменился там номер сбербанковской карточки. Все остальное осталось прежним. Только номер сбербанковской карточки изменился. Номера счетов, все прежнее. Все остальное. И там Юмани, Киви кошелек, кошелек ВКонтакте, PayPal, Donation Alert, все прежнее осталось. Только вот в одном месте изменение произошло. Так что учтите это, пожалуйста. Не забудьте мне помочь. Поддержите меня, пожалуйста, не только морально, что посочувствуйте и поругайте их, этих вот жуликов, воришек. Вот, ну и помогите мне деньгами. Как говорят, не учите меня. Все начнут учить жить, как надо правильно с карточкой обращаться. Вот не учите меня жить, помогите мне деньгами. Ну, видите, я такой веселый и радостный, да? А мне жаль, а денег-то жалко. Всех благ вам, до свидания. Пока. Жду поддержку и корректируйте.